Вот так нас любят наши власти. Да? На видео снимаешь? Да. А можно без них? Что сейчас происходит? Сейчас нас градом ложат. Или что-то типа того. Коробочку выпустили на позиции. Рядышком. Ну, довольно-таки, на камень бы наехал при запуске, попали по нам. Здесь мы защищаем наш рубеж, кольцо вокруг Дебальцево, которое уже практически в котле. У нас две высотки, я медик, гранатометчик. Но гранатомета пока нету. Вернее, забрали мой гранатомет, пока, потому что на броне не поездишь с гранатометом особо. Что еще такое, что здесь? Гоним евронацистов, они уже все там на чемоданах. Попасно везде, в Северодонецке. Уже думают, уже как уезжать. Так что они знают, сами понимают, что рано или поздно мы оттуда всех выгоним. И так оно и будет. Потому что за евронацистами нема правды, правда за нами. Вы учитель, да? Да. Учитель. Вместо войны сейчас должен был бы кандидатскую писать в Шевченко. Институт у нас в Луганске, бюджетная аспирантура, как бы так, но судьба распорядилась по-другому. Война в наши планы не вписывалась ни в чьи. Ну ничего, как это, мы уже воевать научились, свою землю защитили, я из Стаханова, пока мы туда не прошли, но начали бомбить. От этого злости еще больше, будем гнать их огненной метлой по самый Львов, как минимум. А может и дальше. Посмотрим, как оно выйдет.